комментарии излишни. Более того, кого украинские националисты, они даже не националисты, русские националисты, не созидатели. Потому что наша цель будет состояние русского народа с учетом интересов других коренных народов России. А какая цель, какая идеология украинских националистов? Уничтожим венгров, поляков, русских, все национальные меньшинства, украинизируем, а дальше посмотрим, что обеспечивает нашу безопасность. Вот поэтому сейчас и Россия, наконец, должна сказать свое веское слово в конфликте, забыть о своих счетах и домах чиновников в Штатах, а помочь Новороссии. Можно даже не парить вторжение, просто объявить экономическую блокаду, обеспечить бесполетную... Тогда русские приносят свободу не только тем русским людям, которые сегодня находятся за пределами России, но и всем народам Европы. И вот тогда Америка пожалеет, что связалась сегодня с нами. Мы взираем на Путина, мы обращаемся к нему. Но что он может сделать, если народ спит? Русский народ должен проснуться, русский народ должен встать и уничтожить всех карателей и тех, ну, антихристового воинства, которое сегодня порабощает десятки народов по всему миру. Которая творит беззаконие и кровопролитие в арабском мире. Нам часто говорят, что мы должны быть безразличны к этой проблеме, что в России достаточно других проблем, и это нас не касается. Но это не так. Мы никогда не будем равнодушными, когда убивают наших соотечественников. Основа любого государства, общества, любых отношений, неважно, будь то дружба, будь то любовь, будь то партнерские отношения, всегда является взаимопомощь. Это готовность протянуть руку помощи. И это наша русская традиция. Поэтому мы не оставим своих соотечественников в беде. Простые люди говорили, посмотрите, ведь у вас буквально через какое-то время то же самое, что происходит у нас. Действительно, прошло полтора месяца, и Украина полностью... Украина размахнулся с плеча и себе дупло попал, потому что Бог не любит.